Сергей Евгеньевич пообщался с врачом-эпидемиологом Дарьей Исаковой. Посмотрел кабинет и все необходимое оборудование. Обговорил, как будет проходить прием пациентов и какая поддержка со стороны администрации нужна врачам для проведения прививочной кампании. Зинаида Павловна Труш, она сказала, что со следующей недели уже начинают в большом количестве их распределять больше. Угу. Вот, соответственно, возможно, со следующей недели она поступит к нам. А вакцины первую или вторую, или они сразу идут? Они сначала поставляют первую, а потом вторую, соответственно, чтобы у нас были вот эти 21 день. А, то есть как вас вы даете количество первичных прививок, соответственно, да, и нам повторно выдают вакцину. Когда в город привезут вакцину, желающим сделать прививку необходимо будет записаться по телефону горячей линии, которая заработает в ближайшие дни. Предварительно уже утвержден следующий график проведения прививочной кампании. Вторник, четверг, суббота с 9 до 11 часов. В городской больнице сделано все для того, чтобы разделить потоки людей, чтобы не было столпотворения. С руководством наших предприятий уже работа эта начата. Собраны списки людей, которые в первую очередь хотят сделать себе прививку. Кроме этого, будет открыта горячая линия, которая позволяет жителю позвонить и записаться на проведение данной прививки. Есть небольшое ограничение, скажем так, для того, перед тем, как сделать прививку, гражданин должен будет или гражданка должны будут сдать кровь на антитела. И при отсутствии данных тел вы тогда будете приглашены на проведение прививки, на первую ее часть. Вторая часть будет сделана по истечении 21 дня. Напоминаю, что при наличии антител прививка делаться не будет. Это надо иметь в виду, и вас проконсультируют по телефону. В первую очередь прививка будет предложена тем, кто работает в группе риска. Это врачи, учителя, соцработники, сотрудники торговых объектов, многофункциональных центров. Прививки делают бесплатно по полису ОМС.